Всем привет! С вами Муза Рукоделия. Продолжаем создавать кукол из сериала «Сказочный патруль». Сегодня третья часть мастер-класса, в котором я создаю самого известного экскурсовода города Мышкина, ту самую бабу-ягу Ядвигу Петровну. В первой части я нарастила кукле волосы и накрутила локоны. Во второй части я ее оживляла, нарисовала новое лицо. Сегодня будем шить одежду, делать аксессуары. Надеюсь, что это видео вам понравится. Оставайтесь со мной. И вот моя кукла. Уже успели за ней соскучиться? Сейчас будем ее одевать. И начну я с брюк, они будут бордовые. Разворачиваю ткань на изнаночную сторону и переношу выкройку с помощью ручки дважды в зеркальном отражении. Ткань не тянется. Поэтому сзади с двух сторон нужно обязательно предусмотреть застежки. Вырезаю. Готово. Снизу на брюках Ядвиги темный градиент. Своей кукле я также его сделаю. Для этого нарисовала вот такие шаблоны с плавным переходом цвета. И сейчас буду оттенять низ. Беру одну деталь, накрываю сверху шаблоном, кладу его ровно по краю, накрываю пергаментом и запечатываю сверху горячим утюгом. Так, ну давайте посмотрим результат. Вот что получилось, брюки стали темнее. Следом отпечатываю вторую штанину, теперь соединяю их вместе и зашиваю переднюю часть. Вот такой результат. Сразу подшиваю вверх и каждую штанину отдельно. Теперь нужно соединить заднюю часть, зашить до середины, а на застежку пришить липучку. Застежка на месте. Теперь осталось шить брюки в центре. И вот так они сейчас выглядят. Сзади штанишки застегиваются на липучку, но это еще не все. Если присмотреться, то можно увидеть на брюках Ядвиги роспись. На брюках нашей Ядвиги я также нарисую небольшие узоры и сделаю это золотой гелевой ручкой. И вот такие в результате получились узоры. Ручка уже практически высохла. Поэтому их сразу можно примерить на куклу. Вот такая получилась расписная красота. Брючки отлично сели на куклу. Мне все нравится. Переходим к верхней части костюма, будем шить майку с декором. Я буду ее шить по вот этой выкройке. У меня не нашлось подходящей по цвету ткани, поэтому на белый цвет сейчас буду переносить вот такие шаблоны. Каждый из них буду отпечатывать отдельно. Как всегда, переношу рисунок при помощи горячего утюга. Смотрим первый результат. Вот такая первая деталь. А это все остальные. Вырезаю. Готово. Беру основные детали и сшиваю их по бокам. Теперь беру две остальные детальки и каждую из них нужно подвернуть с двух сторон. Готово. Вот что получилось. Теперь вот эту штучку подшиваю сюда, а вторую детальку пришиваю снизу. Вот так. Осталось присоединить эту конструкцию к основному топу. Вот так. И вот маечка уже на кукле. Отлично на нее села. Сейчас будем шить набедренный платок. Вот такой я нарисовала шаблончик. И сейчас также буду переносить его на ткань. Тот же алгоритм действий. Переворачиваю, накрываю пергаментом и запечатываю утюгом. Проверяем. Вот такой результат. На готовом изделии краска становится ярче. Вырезаю и также подворачиваю по краю. Готово. Сам платочек сшит. Теперь нужно сделать завязки. Для этого я беру атласную ленту и разрезаю ее пополам. Срезанные края обрабатываю огнем. Теперь складываю пополам, прошиваю и пришиваю к краю. Завязываю платок вокруг талии куклы и корректирую длину тесьмы. Вот такой получился результат. Сейчас еще впереди немножечко украсим. От тонкой тянущейся ткани отрезаю полоски. С помощью обувного шила протаскиваю полоску через платок и завязываю снизу в виде бахромы. Затягиваю и лишнее отрезаю. Переходим к следующему этапу – аксессуары для куклы.
Для них мне понадобится мелкий белый бисер 10 размера и тоненькая проволока. Выравниваю край и нанизываю бисер на проволоку. Вот такие две заготовки у меня получились. Беру ту, что длиннее. На конце я сделала колечко. И сейчас буду обкручивать свою заготовку вокруг руки куклы. Надеваю колечко на палец. Сначала делаю один оборот вокруг запястья, а потом поднимусь выше и обкручу вверху. И вот уже готов и второй браслетик. Он намного проще. Вот так выглядят аксессуары на руку. Сейчас будем украшать майку. Тут мне понадобится иголка с ниткой, закрепляю ее на майке и сейчас буду на нитку нанизывать разный бисер. Также дополнительно я подготовила вот такой белый кулончик, он будет основой нашего украшения. Вот такой получился результат, маечка смотрится абсолютно по-другому. И в заключении также из бисера я собираю вот такие длинные серьги. Вот так они смотрятся и сейчас буду примерять их к кукле. Дырки у куклы были изначально, ничего прокалывать не нужно. И вторая сережка. Отлично! В качестве обуви я буду использовать вот такие крутые высокие сапоги. Сейчас мы их немножечко переделаем. Во-первых, уменьшим длину. Нам не нужны такие длинные, сделаем из них ботильоны. Просто беру и отрезаю. Осталось перекрасить их в черный цвет. Я использую акриловую краску. И вот я уже практически закончила. Теперь наши черные ботильоны нужно оставить в покое, для того, чтобы они полностью высохли. А сейчас наша постоянная рубрика «Знакомимся ближе», в которой мы будем узнавать больше друг о друге. В прошлый раз у нас был женский баттл Малефисента против Червоной Королевы. Так как опросы в подсказках нам уже недоступны, голосовали мы в сообществе и попасть туда можно с главной страницы моего канала. 4600 пользователей приняло участие в этом голосовании и с огромнейшим отрывом победила Малефисента. Она набрала 88% общих голосов. А сегодня у нас будет сражение компьютерных игр Minecraft против Among Us. Сразу после выхода этого видео в нашем сообществе я опубликую новый опрос, вы можете зайти туда и поддержать свою любимую игру. Тем временем высохли наши ботильоны, пришло время обуть куклу. И вот такая в результате у меня получилась молодая Ядвига, настоящая наставница. Посмотрите, как Ядвига смотрится рядом с Аленкой. Они сделаны из одного молда, но абсолютно разные. Сейчас у вас есть возможность сравнить, какой кукла была и какой она стала. А на сегодня пришло время прощаться. С вами была Муза Рукоделия. До новых встреч. Всем пока!